Здравствуйте, сегодня у нас очередная унылая распаковка. Посылка с Алиэкспресс. Это должна быть оперативная память. DDR1. Так она была упакована. Антистатический пакетик и пупырку. В общем, DDR1 на 1 гигабайт. 266 мегагерц частота. Вот в таком она виде пришла. Просто есть старый компьютер, поэтому решил заказать, попробовать с Алиэкспресс первый раз оперативную память. Если все будет хорошо, можно у этого продавца смело заказывать и другую, более современную оперативку. Ссылка на заказ данного товара будет под описанием к видео. Спасибо, подписываемся на канал. Все нормально, в общем, оперативная память определилась. 1 гигабайт, PC3200. Так что смело можно заказывать эту память у данного продавца.